Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 8 на странице 78 учебника математики для первого класса автора Дорофеева. Найди закономерность. Как надо заполнить пустые клетки? Давайте посмотрим, что происходит с кругом. Сначала он находится в левом верхнем углу, затем в правом верхнем углу, затем в нижнем правом углу, и затем, наверное, он должен переместиться в левый нижний угол. Нарисуем красный круг в левом нижнем углу. Над кругом у нас будет желтый прямоугольник. Затем голубой треугольник. И зеленый квадрат. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.